В Северодвинске разыскивается любитель горячительных напитков. На кадрах молодой человек легкой походкой идет к полкам, берет бутылку со спиртным и спокойно уходит. По версии следствия, за один день, 20 января, молодой человек трижды не платил за алкоголь. Днем сначала вынес из магазина на Советских космонавтов 14 бутылку коньяка, через полчаса вернулся, взял настойку, через пару минут вновь вынес коньяк. Ущерб руководство оценило в 1600 рублей. Всех, кто узнал молодого человека, полицейские просят сообщить по номерам, указанным на экране. В Северодвинске третий день полыхают гаражи. Предположительная причина – неправильная эксплуатация печи. Сегодня огнеборцы выезжали в ГСК «Звезда». Загорелся гараж, в нем не было автомобиля. Чтобы избежать дальнейшего распространения огня, пожарные вскрыли два соседних гаража. По словам владельца, он затопил печь и ненадолго ушел. А за минувшие два дня гаражи полыхали в кооперативах «Брик» и «Автомобилист». В первом случае, предположительно, мужчина затопил самодельную металлическую печь и оставил рядом с ней сушиться дрова. Печка протопилась, владелец гаража ушел. А дрова оставил. Из-за прямого контакта древесины с металлом и произошло возгорание. Пожарные успели отогнать из гаража «Опель». В ГСК «Автомобилист», по предварительным данным, владелец гаража топил печь, чтобы не замерз картофель. Неправильная эксплуатация печи и привела к пожару, пострадали и два соседних гаража. К счастью, во всех трех пожарах пострадавших нет. Северодвинский судебный пристав представился заказчиком ремонта гаража, чтобы встретиться с должником по алиментам. Мужчина задолжал своей несовершеннолетней дочери свыше 400 тысяч рублей. Должник из Холмогорского района, однако в последнее время проживал в Архангельске и Северодвинске. Официально нигде не работает. Приставы установили, что мужчина ремонтирует дома, гаражи, квартиры. Контролирующие органы заказали ремонтника. Но вместо осмотра гаража должник проехал в отдел судебных приставов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.